Пацаны, привет всем. Сейчас вешаем кран управления прицепом тоже. Вешаю его здесь, а не совсем оно как бы правильно. Лучше его сзади, как у КамАЗа там. Но эти тросы будут идти ограничительные подъема кузова аварийные. Там, блин, шланги, ну... Не хочется, чтобы оно рядышком ходило. Как оно будет, еще не знаю. Нету, ну, их еще не сделал я. Тросы, то есть, вы поняли. Здесь вот ему место, доступность. Будет его снимать в случае чего. Вдруг Виталька мне его сделал. Фирма тут, ну, разобрал все. Ну, ремкомплект, все новое. Сейчас ерши оденем на пластик и все... И все будет работать, вы поняли? Установим здесь, а это выход, ну, на груши, подача воздуха, то есть, ну, все тут четко. Это назад выход, одно на управление, а одна подача воздуха на груши. Короче, как-то так Саня, он там занимается резиной. Колеса вчера пыльничек перевернули, ну, работаем без выходных, как говорится. Бери мяч и кидай его далеко. Как-то так. Сейчас его вот обвалим, все выставил. Примерно меня все устраивает. Так что, как-то так. Все, пацаны, занимаемся. Посмотрим, что у нас выйдет. То, что уже нужно выезжать. Пытаться, по крайней мере, выезжать. Все, пацаны, занимаемся. Так, пацаны... Зачалили кран, сейчас расскажу, как и что, что почем, короче, хоккей с мячом. Вы поняли? Так, вот такой кран, это немецкий кран с какой-то фуры управления прицепом. То есть, вот это подача воздуха с ресивера, вот первая. Верхняя трубка 41, это отдача воздуха из этих, ну, тормозов ваших задних я вешаю, нижняя с передних, но я никогда ее, ну, то есть, ну, не вешаю, она работает и так, ну, на одном этом работает. Резиновая шланга вниз просто опустил, чтобы пыль не сосала. Это ваша трубка из этого... Из ускорителя он стоит тройник на ускорителе, наручник, когда вы сытавитесь, чтобы оно сытавило прицеп наручник. Вот она пошла, желтая, вот видите, сюда. Здесь все понятно, да? Санечка, ну оттуда я обойду, пацанам сниму. Так, по поводу стороны этой, дожди у нас начинаются, братья. Нехорошо. По поводу этой стороны то же самое. Это идет на грушу управления прицепа водительская. Это сторона. Это подача воздуха на, она идет и связана с подачей через кран, через ресивер. То есть вот этот ресивер у нас идет сюда и выходит сюда. Это левая. Это, так, ага, это пассажирская груша, чтобы мы не путали, ну, право-лево, вот, ну, пассажирская груша оттуда, там я все зачалил, все хорошо, это на управление, то есть, все просто, эти КамАЗовские, ну, краны, они уже отходят, Виталька сказал, спасибо ему огромное, что это уже металлолом, то есть, ну, переходим на фирму. Как чалить фенчиком, ну, обогрели трубочку, одели все. Весь мир на них ездит. Ну, я грею не феном, а горелкой. Ну, как бы уже опыт есть. Для меня это проще. Но этот правильно фенчиком нагреть и одевать их сюда. То есть с этим понятно. По грушам я поточил. Не знаю, видно будет или нет он. Варил груши, резьбы вкрутил на 18 шаг полтора. Все фирменные поставил эти штуцера с этим конусом правильным европейским гидравлическим.
воздушным он, я не знаю, одинаковый или нет, но работает. Как бы и вынес груши вверх из-за чего. То есть, ну, грязь, песок у меня на синем самосвале, они снизу выведены. Не совсем удобно. То есть, ну, забиваются грязью и всем. Ну, на отсыпке, когда участвуешь, тихо, ну, фокусируйся. То есть, вот такая ситуация, пацаны. По поводу этого... А, зацепился я на татре, чтобы не тянуть от... крана от тормозного, как у КамАЗа, по-моему, сделано так. То есть на управление, вот эта рубка 41, я ее вот сделал, вот, тройник сюда установил. Вот он, видите, сразу от колеса 12-й вот, рубою пластиковой. Хотя татра вся на десятке. Рубы все идут десятки, но их у меня нету, я их не люблю. Как, ну, как бы либо этот использую 8, либо 12. Ну, поваривал штуцера свои под 12-ю трубу. Хуже не будет. Воздух будет бегать быстрее. Как бы, ну, тройник поставил от тормоза заперед. То есть, ну, все просто. И ускоритель вот, наручник. Ну, то есть. Простейшая система, все на фирменных штуцерах, они все этот, играют на резиночках, все по этой фирме. Как-то так. Будут писать мне там, как бы, завод выдумал, я не против завода, ну, делаю под себя, опять же говорю, теперь буду говорить всегда, никому не рекомендую ничего, а то там... Специалисты, любители там рассказывать с опытом годовалым начинают учить нас. Не надо нам этого. Мы берем и делаем. И я, как бы, меня уже много знаете вы, пацаны, всегда, ну, снимаю и показываю без всяких задних мыслей, ПДВ и всего такого. То есть, как-то так. Всем стараюсь все рассказать от души и сердца. Ну, некоторые агрегаты, назовем их так, любители все перекрутить там, пишут всякие гадости, ну, на меня там, абсолютно все равно, абсолютно. Всем хороший не будешь, и не надо быть всем хорошим. Как-то так он цилиндр держит, все нормально, подтекает. Здесь оно опять... Уже лазили специалисты. Тут оно на бочонке латунном. Сейчас нужно опустить узел, все распаковать, запаковать. Ну, то уже нюансы. Вот такая вот у нас получилась воздушная система, пацаны. Еще есть желание выкинуть. Вон, Санечек у нас сегодня форму себе взял. Все новенькое. Да, Саня? Обулся, оделся. А где, Саня? А ну скажи, город? Да, хочу со временем вот это вот, блин, выкинуть, подъем кузова, сильно он мне не нравится, этот механизм, и делать по своему систему, тут он, ну, кабака стоит, он там, кран, вот он какой, он работает, не шипит, но мне не нравится, надо, чтобы все было на всех автомобилях одинаково, из-за чего забываешь и сам, как оно и что, ну, сейчас он... Будем затягивать провод на фонари. Тут у меня есть он разъемчик механический. Отверточка. Это военка все. Латунь тут. Все нормально. Короче, пацаны, вот такая ситуация. И надо пытаться выезжать уже сейчас. Процеп подсоединили. Энергач шипит, блин. Ну ничего. Потом мы решим эту задачу. Все. Все, ребята. Всем привет, работаем и сегодня, выходные дни, работаем, сейчас снег, если выпадет, то уже все будет, будем чухать гриву, как говорится, все, пацаны, всем привет. Опа, Саня.